Чё Максим, что происходит на Куде, не верю? Ты сложно идешь на фреме. Угу. Я дам варды. Взорвусь. Дайте мне два танга. Не надо. Андрей. Дайте мне два танга. Два танга. Два танга дам. Я одно дам. Все, три танга вообще отлично. Так, вообще, слушай, можешь мне ботинок взять попробовать на первом уровне, как считаешь? Раз ты все взял. Если у тебя по бабкам есть? Вообще, да, имеется. Короче, я попробую. Андрей. Может быть, нормальная побегать, тема. Мид сложно, везде типа бегаешь, даже банки можно пробовать убивать. Андрей, а ты все считаешь их игрока на Найксе лучшим мидером в России или даже мира? Да, естественно. А почему ты спросил? Просто. Все, наверное, коленки дрожат от такого. Да, есть немного, Игорь. У меня даже голос немного, видишь, взволнованный такой, прям. Надо почекать, как они все-таки идут. Игорь, учитывая то, что я буду много бегать, я поставлю тебе вард такой, чтобы не было отводов. Спасибо. Я этот вард у одного человека подсмотрел. Спасибо. АФК. Угу, давай. Игорь, я ж взорву сейчас нахуй. Ладно. Давай, зачем? Иди первый. Ты сплюнь. Походу они будут пытаться гангать, потому что Найк хорошо против этого стоит нокера, этого Бриона. Что ты жди? А мне радует так то, что Фрион заставит его сделать не Мидас, а Физы. Он будет немного расфармленный. А нам никогда ничего не помешает сделать это. Мидас. Нас по дефолту все у них стоит. Игорь, я прикалываюсь. В смысле? А если бы там Кок был? Тогда бы мы узнали, что он там. Тогда было бы не до приколов. Не, все равно было бы весело, забавно. Такое чувство, как будто ты несерьезно играешь. Ну а чё, там реген Игорь был. Так. У Виса же смог есть. Короче, я предлагаю сразу ему прям баночку дать, стрелу. А тут куча крипов будет, и мы не сможем это сделать. Хорошо, я сейчас... Ты делаешь дабл пуль? Да, я это и хочу сделать. Прям сейчас пойду, наверное. Давай. Тебе, может, ему бибоки скинуть? Ладно, дабл пул от пули сейчас. Биб он сосай должен. Хорошо. У тебя пока урона не очень много, чтобы он бибок вылизывал. Что делать? Урона, говорю, мало у тебя сейчас пока еще. Мы можем, кстати, он тут что-то задумал. Ну все, я выхожу. Давай. Делаешь это? Так, давай, бибу ему. Бибу. Еще немножко бибу. Так, саппорты все еще здесь. У него фастер, да? Ой, он решил не дать ее. Да. Ну, правильно сделал. Вот так, она, ну, бибу. Я так понял, пул пока не нужен, я на мид, наверное, схожу, там бибу выкину. Хотя, там вряд ли получится сделать. Я не стал боевой. Ладно, я, в общем, тут стою просто, мне похуй, мне нечего делать. Сейчас, Игорь, не буду отводить. Ясно. Или, ладно, не надо, я так полагаю, руну почекаю сверху. Мне что-то приходит, а мне пишут. Говно поел. Приятного аппетита. Да не особо приятно. Почему мне пишут? Ладно, не буду отвечать. Дабл дэмэдж сверху. Забирай. Забирал. Бля, я не успею сейчас счет вести. Плохо. Хотя... Что творит, а? Что творит эта собака? Скорее всего, Андрей, ты курапаешь, но пока по бабкам. Изи. Так, я беру коробку, да? Мне надо, подожди. Так, мне надо вот это вот. На этом все, в принципе. Перед себя пойду. Ну я тогда к тебе тоже пошел. Там Клок делает что-то. Отводит вард твой. Угу, понял. Риус. Окей, босс. Это я могу апнуть, сейчас я накоплю. Да у меня много денег на самом деле. Ну давай, тогда сапог возьму пораньше. Шанштрайк будет еще? На медиановую эрочку или что-нибудь ей? Да. Мы, в принципе, можем попробовать, но там
тяжеловато будет. Правда, харасить ее сейчас. Она не испугается такого напыла? Напыла? Сейчас... Блять, опасность. Короче, ладно, так, а мы с тобой лесок поделим, Серега? Я тут подойду. Кого? Лесок с тобой поделим? А, да-да, я скоро на эштоп пойду. Так, секундочку. Так, все, я поехал. Беру себе. А, руна на топе реген. Хорош. Здорово. Я могу забрать. Вам нужен реген? Я возьму реген. Ок. Я бы тоже не отказался от регена. Ладно. Мы же команда, все делаем друг ради друга. Слышишь, Игорь, я бы мог на самом деле сзади обойти, но сейчас поздновато уже, судя по всему. Никогда не поздно. Нет. Пошел вон, Игорь. Уходи. Да, да, я как бы тебя оставляю, у тебя плохо. Так, Игорь, у меня новый план появился. Возьму кой. Ага, хорошо. Ясно. Классно. Спасибо. Линию каким-то образом откушаешь? Ну, я пытаюсь, но это такое себе. Мне похуй на команду, поэтому не буду качать. Извините. Хорошо. Запушь линию, чтобы там под крипами все сломалось. Что сломалось? Все, клока, линия распушена. Все сломалось. Ко мне. Понял. Ты уже близок, да, к выходу? А думай, они сейчас, возможно, захотят обойти. Я уже могу выйти. Так вероятно, что они у меня в миде будут, шучу. Цемка, вон она. Есть большая. Нет. Большая, большая а? Вероятность, что ЦМ-ка у тебя. ЦМ-ка там, я помигал, где ЦМ-ка. Вот что-то знает, что ли? Ну просто, опа, ничего не знает. Выходит? Они могут вам как-то спину выйти? Не, пока еще нет. А вот они вдвоем стоят там. Игорь, если он здесь покажется, я уже выхожу. Есть да. Еще одно ТП на низ. Все, он да. Здесь. Под Андрей, у него будет ТП, нет. Да? У меня есть ТП, в принципе. Все, сейчас вызываю Давлонов, пробуй сейчас. Тут, пойдем, Игорь. Давай. У меня сейчас страйк. Мы собираемся кормить Бибой на Эксе? Да, да. Андрей, как уж готов, скажешь? Я не могу уже, нету маны. Ну, клака убили. Да, у нас там была грязь. Да, они посвернулись, не заметил. Я отпулю, Игорь. Давай. А ты руна, заберете? Не, я походу не успеваю. Приебал этот момент. Короче, Игорь, я от пули на базу пошел. Угу. А ты там делай, что хочешь. Окей, я разбил его. Убейся. Там трек есть у меня. Давайте их опять составим на топ перемещаться, я подойду, начнем пушиться. Ну они такие бомжи, они типа четвертый уровень. Ну да, пускай бегают, мы сейчас будем успеть пушить. Да, сюда, туда, сюда. Где? Она боится на меня. Или ушла куда-то, неизвестно. Так, я, ну, нет, да? Короче, сейчас, наверное, пешочком вниз пойду. Поблею там, может, отпулю. Нет, она может где угодно. У меня будет ТП вниз, если ты можешь на миди, пошел. Блок пятый. Кстати, Шач, слышишь, если будет возможность, попробуй от пеньками поотпуливать. Я вернулась тверка на мид. Угу. Я сразу, наверное, медальку сделал, хотя урна не помешала бы тоже. Хотя и медалька, заебись. Проверь там на наличие цемки за наэнштах. Хорошо. На наэнштах нету цемки. Официальное заявление. Так, ладно, я разу конечно в пульну, потом пойду... Варки это по-любому есть, правильно? Захотят. Есть пауэр? Цемка тут. Цемка. Цемка 3 на топе. Блок еще 5. Все, перетянули их. У меня медас есть. Че, он снизу не хочет? Не хочет. С чего, Андрей, может снизу там закинуть? Нет, вряд ли банку закинешь. Он может быть закинет, а рейдж проюзает сам. Чтобы меня прохарасить. Ну если он так сделает, то... Снизу руну посмотрю. Снизу как будто бы запылил, там нет, это просто... Сверху. Разобьем вот эту руну. Так, я хотел бы на самом деле тут сейчас получить все-таки свой 5-й левел прокачки героя. Я лесок подбью их. Цемка где? Парка не последний знаю, раз где? Была. Последний раз где была цемка? Не знаю. На топе. Парка вернулась на мид.
У него есть ТП. Вот они идут. Найк сейчас уехал снизу. Он фармит, вон лес, смотри. Понял. Ладно, я полетел. Давай, счастливо. Звоню с ними. Что там у Найкса? Нет Мидаса? Я иду опять топ, давай опять давить. Варп я не знаю где. Короче, я в лип вэшн. Вон ЦМ, посмотрите. У них здесь небольшой стак. Снизу, короче, еще буду стоять, просто защищать строения свои. Они пойдут куда-то пушить, перетягиваются, потому что на линиях у них, по крайней мере, в эрке плохо стоится. Можем забрать Рошана. Ну, пока мы топ. У меня медальки да. пока нету, но скоро что, будет. Попробуем взять? Давай. Да. Тут меня могу ультануть. Готовьтесь давить другие лайны. Я сдавил. В эрку сдавил. А, это было лишнее, я понял. Ты его переоценил. Я просто... У нас глобала многовато, ребят. Не считаете? Да. Я выхожу в медас после такой хуйни. Я тоже выхожу в медас после такой хуйни. В меня Найкс выходит после такой хуйни. А, нет, в порядке все. Мы даем дальше. Я на лимит. Как мне сейчас точно тэпнется. Ну, если они тебя тэпнутся, значит не топ. Блока есть ульт. Right. Да, у меня маны нет совсем. Я тут отойду, короче, тут же опасно, а ты нормально. Короче, атака, курьер юзаю, гайс. Там на почте. Там снизу все в порядке? Да, да, да. А моя так. помощь не нужна спинка, да? Не пройдет. Хотя смотри, хотят пушить. Я мид отпушу этими и иду к вам. На низ. Топ возвращаться что-то. Не, ну у них мало что получается, честно говоря. А, ну варка на миде, все нормально. Ладно, ладно, у них все, вообще нихуя не получается. Понял. Я поэтому ковыряю дальше свой лесок. Почти медасик. Я уже привезу. Есть настройки, если что. Пытайтесь заранее говорить. Макс, поставишь вар где-то вот тут, вот я тебя дам, сейчас слотов нет. Давай застакаем тут. Погоди, уже не получится, наверное. Да получится, изи. Макс, погнали в смоке со мной на Рошана? Я-то зачем в смоке? Да го, а ну пеньков выпь хотя бы. Кстати, престиж тебе тогда. Делайте вид, что вы что-то делаете. Я хочу мидас, Серёг, дофармить, но типа... А тебе сколько до него? Я просто начну бить, ты потом подлетишь. Мне 100 до мидаса. Ну я вроде справлюсь. Ты должен справиться, Рошана один, собрались-то. Да? Я без этого, без ПТшки. ПТшка обычная. Подожди, смотри, как я могу. А. Да. Так ты справишься точно. Блять, они меня не разлопаются. Я мог АИГ взять, как вам такая идея? Я с Урштафом. Мне нужна курица. Там бротик вообще разлетел. Они не стрим палят. Стрим палят, гайки, стопудово. А не, просто считается, кто-то спалился. Снизу задефите? Да, я блевану снизу. Я вот так вот сделаю. Я ПХ 40. Там топ инвиз. Сэмки там что-то полъебало оторвало, по-моему. Кто-то сейчас точно умрет, ребят. Все фласки, я его сбил ее. В общем, они вряд ли хотят дефить то и пушить дальше здесь. Ну, скорее всего, нет, по крайней мере. Инвиз заберет на топе это. ВРП. И на топ пойдет, возможно. Вот только убрать. Да это же вардишку, вардишку. Куда-то тут либо никак будешь там проходить. Вообще помогу тебе, наверное, что-то Андрей. Да не, мне нормально. Нормально, да, все? Да, да, да. Не нуждаешься в помощи. Не-не-не, спасибо. Ладно, ладно, ничего. Тут ты можешь нуждаешься, да? Не-не, спасибо, спасибо. В порядке все. Хорошо. I'm okay, thanks. С мида ушли все куда-то обратно, Давай, надо, короче, их перетянуть и Рошана забрать там вдвоем-втроем. Нексус, на себе вардишку поставь на линию. Подойди. Давайте сейчас, не знаю, кто будет кто-то давить, я Рошана пойду башить с алхимиком, Брёном. Со мной можно, да. Я о, блок далеко, вот если бы 25 сейчас... секунд ДТП. Вот я начинаю, короче, вижу, начинаю, явно. Начинаю. У тебя там птицы уже есть. Миди, что?
Не, я думаю, помогайте. Миди ультую через топ. Так, поделай, мид. Баночку открыл. Возьмем их, возьмем их. 10 я секунд, моего топа. Она без центрана, лол. Без, а, птички, без. Птички. Там микроконтроль пошел. Угу. Гоу мид снесем, там очень да, ловкий да, тавер. Я прям вот сюда вот лечу и вызываю пеньков. Вообще Рошан тогда потом. Потом Рошана. Там бот бы еще задефать, кто-то. Ах, хотя там он хуёво пушит. Вообще я с ТП-шкой могу лететь. Не, мне не страшен он. Диктейтор. Может пойдем все вместе на Рошана, они ведь туда не смогут ничего нам сделать. Да, да, да. Просто куча сумонов, клок рывается и все. Надо замедасить. Ебать у нас сумонов в натуре. Я думаю, делать меня по такой игре или делать, а не иллюзии еще. Иллюзии едят. Да. Я слушаю, не смека мы вообще сможем прижучить. Смека сможем давить, да. С другой стороны, зачем нам прям идти давить? Не, ну у нас мидасов сколько? Раз, два, ёпта, у нас три мидаса. Простите, у нас четыре мидаса. У нас масса мидас, я не буду делать. Хочешь, я помогу все-таки, может быть. Да не, спасибо. Я буду пас не крать делать. А, лол, у Игоря нет мидаса, у него травела. Кто Игорь? Без мидаса, Игорь. Фидбук, она мне не нужна. Фидбук. Меня хотели взять. Я, кстати, сейчас на Экса залеплю. Ага. Блять. Голема. Ага. Да. Здорово, я... Игорёк. У меня есть стрела, если чё. Что это снизу? Видишь. А кто возьму? Бля, что он делает? Он видит птичку. Почему? Явно ворали уже по сторону команды. Ми-м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 и. Моя. Тут не видно врага нигде. Только на миде последний раз было. Да. Они, возможно, с Найксом когда-то сейчас пойдут. Клокверк в Найксе, может быть, аккуратно. Клокверк в Найксе. Короче, у меня нож есть, я пошел на базу и готов нападать и рваться. Я пробую лес чекнуть, если не там. Не-не, все, они... Найкс в топе. Кач делали. Они с моим сможем взять? Я прилечу сюда и заюзаю мидас. Тут есть крипы? Да. Олег, так, ну я сейчас буду это бегать, прыгать, бомбочку давать, нужно будет вдвоем. Ну я буду ульту вам давать. И фармить лес. Вот на миде я уже иду. А на низу руна. Возьму. Там правда CM-ка рядом, но в принципе похуй. Так, я баночку открыл. Где? Где ты открыл? А, не, у них сентри походу здесь. Не видят смок. Смок не видит. Не, смок. Я в смоке был. Сентри не видят смок. Да? А если так, вар да. Там тоже есть? Не видит. Нет. Ничего не видит, хуйня. Тогда я еще раз баночку открыл. На топе, да, они. На миде баночку открыл. Да-да-да, я понял. На топе четверо максимум. Или будем сплитить? Ага. Не-не-не, можем отдефить, зачем? Не, я бот полетел. Андрей, ты как? Давайте дефить. Ну я живу. Да, дефить надо, но Андрей убивают. Я слежу. Беги в форс. Не убежал ты. Топ, давайте быстрее дефить, я не вкрою. Давайте, я лечу за спину ЦМ-ки. Его никак не возьмем. Бля, я не смотрел тебя подставку. Клок только вон выехал, смотрите. У клока ульты нету, короче, они какие-то странные. Почему он уходил? Что-то вы меня напиздили, по-любому меня спалили просто изначально. Я снес вышку, там по-моему. Там Аегис, под мой. Путь что, еще тут нет? Не хотите добить? Я ТП могу сделать. Да. Я сомнительно влетел, конечно, наперед. Короче, тогда я вниз еду, если что, в смоке там бомбочку выйду, все дела. Первый некро есть. Так, что это снизу визаж? Визаж вроде как подарочный. О, они тут. На Эксор должен прийти сейчас где-то тут. Да мы и на Эксор, в принципе, ябнем. Вот птицы меня собьют, быханиш, не станет со мной. Я буду с вами. У меня пока нет спрайка. Ну скоро будет. Другие лайны давите активнее, чтобы если мы не начнем экшен, чтобы что-то не спушивать. Что-то подозрительно, никого нету. Да, и на Эксор нигде нет.
Кто лайны, может? Лайны, я могу просто ульту пустить. Да, ты пускай. Если лайны будут продавлены, все, мы их видим, понимаешь. ВРК на меди, а на Экс хрен его знает где. На Экс в лесу. Понял. Пошли. Вон снизу все. Пойдешь стрела, будет сам страйк. Только ты заранее пытаешься сказать, что ты, когда ты ее кидаешь. Когда ты ее кидаешь, просто говори мне, я сразу поворачиваю к нам. Топи ВРК нормально не мутит. Они пытаются это хукануть. Mm-hmm. Неплохо придумано. Так, ярче сейчас сделаю, если кому интересно. Можно будет грязь сделать, как я подойду. А я опять в инштах влип. Да мы большинство карт фармим просто, огромную часть. Надо еще их не лезть заварить, как по вартам сейчас. Могу купить. Я не краб это делал, спасай. Лол. Упал тебя? Ну, я липнулся, он в липе меня попал, но я перепрыгнул. Лес подвардить, мы вообще цари. Да, их лес надо подвардить, тогда я там смогу качаться. Ну таки давайте, только сейчас курицу. Они там все по линиям, хотя я и так могу качаться, на Экс меня соло не убьет. Ну да, у тебя этот форстав, тебя вообще сложно убить. Я чекну руны, скажу где. Где? На топе руна. Ой, смотри, тебе надо уезжать. Ой. Я разбил. Можем помочь? Можем помочь? Разбил зачем? Я ТП делаю вниз. Не-не-не, я уехал вниз. Я ульт дам. Я взорвался, ребят, все в порядке. Покажу кого-то. Дал в этого, на Икс, сам страйк. Тапка, тапается, тапается, дать вижу. Я вижу, что отцеплю. Ой, меня стреляют. А птицу бьем? Птицу, конечно. Все, что ли? Получается так. Я не завардил лес вражеский. Ребят, ну прям перерыв пошел нам на пользу, правильно? Ребят. Сразу после гейминг выиграли, да? Ну, сходу прям взяли. Ну, причем новый состав после гейминг. Угу. Вообще капитан мощный.